Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередное видео 15 минут нумизматики. И сейчас у нас, как вы уже видели по предыдущим видео, у нас вот такая вот коробочка с копанными монетками. Мы сейчас с вами быстренько разберем и посмотрим, что же у нас здесь интересненького есть. Что нам можно оставить в коллекции, что, сколько стоит. Или, ну так, не будем долго затягивать, начнем. Так, и первая у нас опять какая-то царская монеточка. Так, год у нас 1893, 1 копейка, а не, наверное, больше всего, что 2 копейки, наверное. По размеру, как 2 копейки. Затертый в хлам, да, 2 копеечки, затертый в хлам. Вот такой герб, вот такой вот. Так что отложим сюда. Так, следующая наша монеточка, это 2 копейки 86 года копанных. В принципе, ценность не представляет, так что можно отложить. Так, здесь у нас как-то очень окисленная монетка. Очень и очень окисленная. Так, ничего не читаем, ничего не видно. Видно, что это герб. Что это было какая-то... Какая-то 3, наверное, 3 копейки. Советик. 3 копейки советик был. То есть вот такое вот. Так, следующая наша монеточка. Это у нас опять какой-то СССРик. Затертый нужно чистить, вот не видно. Так, следующий, что у нас имеется в данной коробочке. Так, 3 копейки 85 года. Состояние такое себе. Можно почистить и вложить в коллекцию ценностей. В принципе, у меня коллекция есть, мне не нужна. Так, дальше 20 копеек 80 года. Тоже, в принципе, ничего особо ценного не представляет. Так, какая-то вот здесь опять. Да, 5 копеек походу. Год не видно, так что отложим ее. Так, это у нас дальше. Так, 5 копеек 62 года. Так, сейчас мы посмотрим по данной монетке, что он у нас представляет. Вот это мы оставим, чтобы свет не затуляло. Так, и данная у нас монетка 62 года. 5 копеек 62 года. Сейчас я посмотрю, есть ли у нее в коллекции. Так, и что-то у меня глюканул телефон, пока он сейчас перегружается, сейчас я, вот пошла. Так, 5 копеек 62 года, так, у меня есть коллекции, стоимостью 20 рублей, мне не нужна. Следующая наша монетка, это у нас 5 копеек 61 года, то есть очень распространенная монетка, очень много у кого она есть. Так, данную, так, 5 копеек, стоимость 10 рублей. Самая дорогая из данного года, это у нас 1 рубль, 6, то есть 50 копеек 61 года, стоимостью 400 рублей. В моей коллекции, как, конечно же, ее нет. Так, следующая у нас монетка, это 15 каких-то таких вот щитовичок. У меня год не читаем, так что интереса не представляет. Следующая наша монетка, это у нас каких-то 3 копейки или 50, ой. Или 50-й, или 30-й год. Очень плохо у нас тут ее видно. Походу, наверное, больше всего, что 50-й год. Ради интереса глянем, если бы она была 50-го года. Нет, это 5 копеек, извиняюсь, 5 копеек 50-го года. Так, если это 5 копеек 50-го года, у меня в коллекции не было, стоимостью 300 рублей. Такая жалко, что она вшатанная, убитая. Но мы ее отложим, посмотрим, может. Монета очень дорогая. Так, у нас следующая, это у нас 1 рубль 2008 года. Россия. Так, дальше у нас 20 рублей. О, 20 копеек. Походу 52 год. Среднего состояния монетки. Ну, можно, в принципе, сказать, что убитая состояние монет. Тут скрывать нам нечего. Так, дальше у нас здесь имеется... 5 копеек 87 года. Ценности, в принципе, такой сильно не представляет. Так что мы ее отложим. Так, дальше у нас здесь 5 же каких-то 20 копеек. Не читаем. Щитовичок, мужик со щитом. Не видно. Ценности не представляет для меня. Затертый. Так, 2 копейки года. Года не видно. Какой-то 27 или какой-то он таких вот он состояния.
Так что отложим пока месяц. Может, я потом посмотрю. Так, 71 год. 2 копейки 71 года. Состояние неплохое. Сейчас мы проверим. Да что ж такое, не совсем еще падает. А? Так, СССР русских, 71 год. Сейчас мы быстренько посмотрим. Скажу вам цену данной монеты, если вам интересно. Если не интересно, то пишите в описании. 2 копейки 71 года. 10 рублей у меня здесь. Так, данная монетка у нас опять какая-то дореформа. 10 копеек. Год. Или 57-й, или какой там, плохо видно, наверное, 57-й. 10 копеек 57-го года. Так. У меня есть, они все в коллекции есть. Ценности, в принципе, значит, понимаю, не сильно представляет. Стоимостью 20 рублей, если было в отличном состоянии. Следующая наша монетка, так, 5-3 копейки 71-го года, как мы видели, в принципе, стоимость... ценности не представляет. А следующая наша монетка. Ох, какой какалик здесь убитый на смерть. Какалик, то есть даже и рассматривать не машу. Так, дальше у нас опять какая-то СССРовская монеточка. Стоимость 61 год. В принципе, ничего интересного. Так, опять у нас 61 год, 20 копеек. Так, следующая у нас 50 копеек ходячка. Какой год? 92. Так. Что у нас здесь по редкости, я вам ничего, конечно, не скажу по данной монетке. Ну, вот такая 50 копеек ходячка. Ложим ее отдельно. Так, здесь у нас затертый у нас СССРовская монетка, затертая вообще план. Так, дальше у нас тут 81 год, 2 копеек. Так, 61 год, 20 копеек. Следующий у нас 70-й год, 2 копейки. Интересно. По-моему, у меня, конечно, она есть, но я сейчас для надежности проверю и заодно вам скажу цену на данную монетку. Так, у нас 2 копейки стоимостью 10 рублей. У меня в коллекции есть, так что можно отложить. Так, СССР. СССРовская монетка. Так, 79-й год. У меня, в принципе, есть. Ценности не представляет. Так, у нас тут что-то цинковое. Так, цинковая Германия. Так, один фенинг. Не фенинг, это такая, как это, нет, это. Так, вот такая вот у нас монеточка затертая. Так, один здесь вот так вот видно. Здесь у нас такой вот орел со сластикой. Сластика видно. Год сейчас мы. Да, жалко, но года нам тут не видно. Это цинковая монетка. Состояние не всегда в земле, очень уж такие убитые. Плохое состояние. Так, 2 копейки. Год. В принципе, не читаемо, но это после реформа. Так, опять у нас какая-то что-то очень легенькое. Что-то очень легенькое. Что-то кто-то пытался с ней сделать. Что такое, даже не знаю, что за монета. Наверное, тоже какая-то была германская. Так, даже не знаю, что это такое. Что очень легенькое, даже на монетку, наверное, какая-то цинковая германская монетка была. Так, СССР, 73-й год, 3 копейки, ценности никакой, в принципе, не представляет. Так, у нас опять ходячка, 25 копеек. Так, 25 копеек, жирные такие вот булочки. Так, у нас неудавленный герб. Значит, в принципе, ценности такие не сильно большой. Но я, в принципе, не сильно эксперт, только изучаю. Так, 20 копеек 80-го года, ценности не представляет. Так, СССР, ой. Так, у нас, да что ж такое, так, у нас 5 копеек 61 года, ценности, в принципе, никакой, такой супер. Так, так, у нас здесь опять, так, и у нас тут вот такая вот
медная монеточка, там, извиняюсь за паузу, 1878 года, 3 копейки, год видно, все остальное не видно. Интересное. Так. Так, следующая у нас монетка. Следующая у нас монеточка. Это у нас 3 копейки. 80-го года вроде бы. Ценности не представляет. А следующая наша монетка. 5 копеек 61-го года. Ценности не представляет. Так, тут у нас что-то царское. Ага, это, наверное, деньга у нас. Вот видно герб. Видно, да? Вот герб. Да, деньга. Год не читаем, конечно. 1796 вроде бы. Так что. Такая вот у нас есть царская деньга. Так, у нас 5 центов евро. 5 евроцентов. Германия. Тут кленовый листочек видно. Год 2002. Так что сложим. Так. Что у нас тут дальше? Дальше у нас тут опять какие-то 2 копейки в убитом состоянии, до реформы. '26 года. Так что состояние, как вы сами видите, ох, тут вообще 25 копеек в убитейшем состоянии, 92 год. Сами видите, сохран, что-то я так побило этим. Так, следующая наша монетка, 2 копейки 88 года, так что ценности никакой. Так, 15 копеек 55 года, вот видно, щитовичок, так что отложим сюда. Так, дальше у нас тут какая-то была медненькая монетка, затертая в хлам, дым, то есть просто тупо кругляшочек уже остался. Так, дальше у нас здесь 5 копеек 80-го по ходу года, то есть ценности никакой, отложим сюда. Так, 10 копеек ходячка, год по ходу 92-й, такая вот она затертая, убитая, отложим ее. Так, здесь у нас какая-то, как говорится, вдавленная 3 копейки СССРовских. Ой, обидно, жалко, конечно, монетка убитая, затертая. Так, 15 копеек 61 года затертых, ценности не представляет. Так, здесь что-то кто-то пытался с 2 копеек что-то сделать. Так, следующая наша монеточка, это у нас 3 копеек 83 года. Так, следующая наша монетка, какая-то затертая опять же. Девушка, состояние убитое. Так, 10 копеек ходячка, вот не видно. Вот что-то здесь, ничего такого интересного в этой коробочке нету. Так, 79 года 2 копейки. Так, здесь вообще какая-то расклепанная, а Украина была, кто-то клепал 25 копеек. Кто-то клепал, расклепывал ее. Зачем? Каких целей? Даже не знаю. Кто-то что-то хотел сделать с латунной монетки. Так, СССРовских 73 копейки 70-го года. И, наверное, еще две монеточки. Так, 5 копеек 78-го года. Следующая наша монетка. СССР 20 копеек 81-го года. Здесь вообще что половина откололась, 61 года 20 копеек было. И последняя наша монеточка, и будет с вами закругляться. А, еще там все. И у нас здесь, где она? И у нас здесь какой-то вот такой вот СССР, 3 копейки походу. Это вообще окислено, убитая уклон. Так, ну что ж, на этом будем нашу 15-минутку заканчивать. Пишем в комментариях, или нравится вам данное видео. Будем снимать еще. Еще у меня здесь таких вот попанных коробочек много. Сами видите. Вот.
Если вам не интересно, пишите в комментариях. Если интересно, пишите тоже. Буду дальше снимать видео с данной тематикой. Всем пока. Всем до новых встреч. Не забываем подписаться, нажать лайчик, колокольчик. Всем до новых встреч. Пока. Bye-bye.